Откуда вы меня знаете? Народу пошел устраиваться, понятно? А? Понимаешь, я это, ты только в будущем. Пьяный, наверное, несешь чего-то. Пойду я лучше. Нет, ты послушай историю. Все началось, когда я, точнее ты, устраивался на работу. Здравствуйте. О, новенький, что, к нам на работу, да? Да, вот документы, пришел на работу, знаю. Ага, отлично. Так, вот трудовой договор. Ты его можешь не читать, у нас его никто не читает. Подписывай прямо так и все. Я вас спросить хотел, у вас профсоюз есть? А, это который тру-ля-ля, тру-ля-ля. Не, они ничего не делают, короче. Забей, подписывай давай. Ну ладно, поверю вам. Спасибо. Отлично. И начались мои трудовые будни. Привет! Привет! А завтра у нас спартакиада. Ты будешь участвовать? Конечно буду, я же люблю спорт. Хотя нет, ты не в профсоюзе. Кстати, тебя директор вызывал. А, заходи, заходи. Здравствуйте, Сергей Николаевич, вызывали? Так, что-то у тебя планы вообще не идут. Все хуже и хуже. Сергей Николаевич, я не знаю, но я работаю по 13 часов в день. Выходные ухожу, жену не вижу, ночью тут ночую на работе. Да, у тебя есть еще ночь, вот еще суббота, воскресенье. В принципе, ты можешь работать 24 часа в сутки. Ну, я не могу, у меня же семейные планы тоже. Ну, плохо, плохо. Я, наверное, тебя уволю. Я тут даже приказ подготовил. Давай. Как же так-то? Ну, так нельзя. Сергей Николаевич, ну, да я жаловаться буду. Все я можно, в профсоюз буду на вас жаловаться. Какой профсоюз? Иди, ты же не вышел в профсоюз. Ой-ой-ой-ой-ой. Растился к алкоголю. Опять пьешь. С работы уволили. За ипотеку нам платить нечем. Сколько это будет продолжаться? Все, мне это уже все надоело. Я от тебя ухожу. Что же это такое-то, а? С работы уволили, друзья все кинули. Жена ушла. Вот, одна только крыша над головой у меня осталась. Мужик! Чья квартира, давай. Ты кто такой вообще? Коллекторское агентство. Уйди отсюда, иди из моей квартиры, правильно? Какой твоей? Она больше не твоя. Пошли! Аккуратнее, блин. Вот как люди-то пропускаются, а? Вообще. Ну ладно, я не жадный. На тебе чек от кафешки. И что за люди такие пошли? Звери они кругом. О, коллега. Ну вот, Сергей, понравился тебе мой рассказ? Что-то как-то не очень. Вот так все произошло. Ладно, удачи тебе. Спасибо. Здравствуйте. О, новенький. Да? Пришел на работу устраиваться, вот мои документы. Отлично. Так, вот тебе трудовой договор. Там у нас еще никто не подписывает. Давай, подписывай и все, иди работать. Я вас спросить хотел, у вас профсоюз есть? Конечно, есть. Это который тру-ля-ля, тру-ля-ля. Они там ничего не делают. Все, давай, подписывай договор, иди работай. Не, знаете, все-таки мне посоветовали, все-таки я хочу вступить в профсоюз. И договор этот, наверное, я юристам профсоюза покажу. А, да? Что делать? Ты вот этот вот договор тогда возьми. А? Там почитаешь, изучишь, потом приедешь ко мне. Хорошо, спасибо.